И мне там никогда не понравилось. Поэтому мы через 2 года сюда переехали, но это другая история. Поэтому я начала делать видео на YouTube, потому что мне было очень грустно, и у меня друзей там не было. Просто не знала, что делать с собой целый день. Я просто включила камеру и сказала: «Всем привет, меня зовут Эвелина, давайте будем дружить в интернете». Хельга спрашивает: «Какая твоя девичья фамилия?» «Моя девичья фамилия Карташова». «В какой школе ты училась в Молдове?» «Я училась в лицее Петру Рариш в Кишиневе». «Петру Рариш репрезент». Да, вот обычная школа. Ну, как бы у нас была, это бизнес-школа. У нас нужно было в каждый год где-то 3 или 4 уроков или классов в разный там бизнес, entrepreneur, или как это слово на русском. Но да, как бы я училась все свои годы в Молдове, потом только сюда приехала в университет. Вот так вот. Ну, в общем, я думаю, ответила на пару вопросов. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Извините, что если у меня русский не совсем отличный, потому что, честно говоря, я здесь живу, и на русском разговаривать не с кем. Даже мои русские друзья, мы всегда разговариваем на английском, потому что намного легче. Уже, если ты здесь живешь несколько лет, как бы твой мозг адаптируется думать на английском. У тебя легче говорить свои мысли на английском. Но по-любому я никогда не забуду. Вообще мой родной язык — это румынский, но у меня очень большой молдавский диалект. Я так говорю: «Шифаш мое кумбяца». У меня никакой некрасивый румынский, поэтому мне немножко, не знаю, как говорить на румынском на YouTube. Меня очень много людей просят, но боюсь, они разочаруются, потому что мой румынский, он с молдавским акцентом, вот. Ну, я, конечно, могу говорить на красивом румынском, но зачем? Это то же самое, что американцев пытался говорить на британском акценте. Это просто... Это не я, и это меня... Не знаю. Это мне просто пытаться быть кем-то другим. Вот. Как-то странно говорить «до свидания», потому что я не знаю, когда будет следующий раз, когда я с вами заговорю на русском. Но у меня уже в горле пересохло, у меня тут где-то был чай, его теперь нету. Вот, я надеюсь, вам это видео понравилось. Да, оставляйте.